турецком Стамбуле усилены меры безопасности аэропортов и вокзалов в связи со взрывом в воздушной гавани имени Сабихи Гёкчен. Власти не исключают, что это был теракт. Прилегающие территории патрулируют вооруженные полицейские, в воздух подняты вертолеты. ЧП произошло ночью на стоянке для самолетов. По одной из версий, взрывное устройство сработало в салоне лайнера. В тот момент там находились две сотрудницы. Одна из них погибла, вторая в тяжелом состоянии. Местный телеканал со ссылкой на пассажиров, ожидавших вылета в здание аэропорта, сообщает о трех взрывах. Сейчас эксперты проводят тщательные проверки всех самолетов. Воздушная гавань работает в обычном режиме.